Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Питомцы часто хотят попробовать пищу, которую едят их хозяева. Им кажется, что это невероятное лакомство, поэтому оно так манит. Но не всегда еда приходится по вкусу животным. Многие владельцы успевают сделать фото или видео, чтобы показать людям во всем мире необычные ситуации с братьями нашими меньшими. Житель Канады решил показать, как его кот ест мороженое. Животное было заинтересовано, поэтому он угостил его небольшой порцией. Лакомство находилось на кончике ложки. Однако котику этого было точно достаточно, так как он сразу отпрянул. Он был просто в шоке. В ролике видно, что питомец явно не в восторге. Бедный пушистик больше не хочет есть мороженое, так как оно оказалось очень холодным для него. Парень поделился постом в Твиттере, чтобы другие люди тоже увидели реакцию его домашнего животного. Скорее всего, герой этого видео больше не будет просить угостить себя чем-то новым. Пользователи в сети совершенно по-разному отреагировали на клип канадца. Некоторые люди нашли его смешным, но были и те, кто задумался. Они считают, что у кота словно замерз мозг, и холод его напугал. Специалисты считают, что коты не чувствуют сахар, поэтому сладости им будет, скорее всего, безразлично. Поэтому в меню этого кота мороженого больше не будет. А пробовал ли ты кормить своих домашних животных чем-то необычным? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.